Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и настал тот день, когда приехала ко мне Кристина смотреть за моим маленьким, а я в это время могу покрасить волосы в розовый цвет. Ладно, я на самом деле не остановилась на тонике, да, я говорила, что больше ей никогда не буду красить, но, тоником. Я все-таки видела видюшки какие-то, где девчонки реально добивались красивого розового оттенка. Я не буду прям сильно розовой, я уже не буду, как в прошлый раз, просто начистую наносить вот это. Я не хочу быть вот такого цвета ужасного какого-то. Вот, и я, знаете, я их высыпала на пальчик, вылила немножечко. У меня даже вот от красного у меня остался след, вот от этого красного. А от дымчатого такого следа не было. И он немного такой фиолетовый, знаете, здесь цвет дымчатый, а здесь прям красный. Я думаю, что розовый, прям красивый розовый, будет именно вот этот. Как я видела у девочек, они добавляют просто в шампунь. Я решила использовать шампунь, вот мне моя подруга Любочка, моя девочка, присылала вот такой вот скорее шампунь. Я сейчас его добавлю, просто сколько нам нужно, да, вот. Вот так вот. На все волосы мои. Надо, наверное, много. Блин, жалко. Как он пахнет. Блин, вот пахнет реально очень круто. Я думаю, что попитаются мои волосы еще немножко. Потом берем и тонику, вот эту красную. Я беру это номер 4 и 6 бордо. А то меня все время потом спрашивают, что ты брала, что ты брала. Вот. И смотрите, добавляем прям по капельке, для того, чтобы прям вот цвет, который нам нужен, чтобы был на волосах. Вот, я вот так вот прям капельку, чтобы не переборщить. Вот, смотрите, раз. И мешаю. О, я не взяла кисточку, как всегда. Так, и мешаю. На самом деле насыщенный довольно вот этот вот тоник. Поэтому его по-любому надо разбавлять, иначе он будет именно такого цвета. Вот, мне кажется, я взяла, что больше и не надо. Смотрите, какой он яркий, так уже получается. Все, я больше не буду делать. Я хочу легкий оттенок. И обычно, если мы делаем легкий, то мы делаем чуть-чуть темнее, чем мы хотели бы получить на волосах. Вот как раз он чуть-чуть темнее. Я бы чуть-чуть светлее бы еще сделала. Все. Вот эту смесь мы всю наносим на волосы. И буду держать я, ну, минут 40, да, как там положено. Ты чего? По времени. А сколько? Девочки писали, что мне вообще нельзя на голове держать. Я даже 10 минут держала. И что? А что будет? Ну, давай просто, здесь. По-моему, 5-10 минут. Подожди, а что будет, если шампунь держать на голове? Во-первых, он пересушивает волосы. Во-вторых, как пересушивает? Есть шампуни, которые вообще специально для лечения волос идут. Как они могут пересушивать? 10 минут с головой. У меня тут эспелевский 10 минут тоже 5. Ну ладно, давай это. Блин, у меня белая маечка. Я сейчас попробую аккуратно. Мне не жалко маечку. Маечка с Фикспрайса. Нет, эту розовую жалко. Розовая. А, не розовая, тоже где-то в переходе покупала. Повезло мне так. Короче, мне ничего не жалко. Поехали. Да. Я руками прям наношу. Здесь, если что, подмога твоя, да? Мне сразу. Я не знаю, что. Мало ли, что сейчас может случиться. Я такая непредсказуемая. Блин, а цвет красивый, Лер. Вообще шикардосный цвет. Какой? Мне кажется, я буду наносить только полчаса. Первая ссадина. Ай, хоть бы только не остался цвет, вот это будет никак. Давай, Крис, я же хочу попшикать. Или ты мне сзади попшикай? Сзади, Крис. Стала такая сбоку. На каком расстоянии? На положенном 30 сантиметров. Да, все, пожалуйста, по букву. Холодно? Холодно, холодно. Давай. Без него так холодно. Блин, у меня же намазано еще. Как же ты издеваешься? Автозагаром. Сама бы себя так попшикала. Все, пока не пшикай. Силя, поползешь. Да, на меня будешь. Это, как жираф. Так. Кристина кайф, да? Кстати, Кристину скоро будем красить китайской краской, которую я купила серую. Потому что я уже серая не хочу быть, а ей еще хочется.
И представляете, я говорю, давай на кончике попробуем, мы же не знаем, это серое, типа, что получится. А она говорит, да поближе к весу вообще расстояние. Положено на заткнись, да. Положено на расстоянии 30 сантиметров. Давай, давай, я такая делаю, помнишь, это у него в лицо, и заткнись. Подожди, крик. Ну не сейчас. Стой, да не. Подожди, ты меня пшикай, пшикай, я такая говорю, поближе, давай. Поближе, Крис, поближе. Ты говори слово, заткнись. Ты заткнись. Ну и так же все понятно, хватит уже. Давай. Ну, Крис, поближе, поближе. Так, хватит уже говорить. Нет, она не может слово заткнись сказать все равно. Заткнись уже, ребенок. Все, беги. Все, сейчас приду. Ну, мы что-то разорвались, блин. А представь бы, я начала красить ее тогда половину, и сына вдруг такой. Мими! И у меня тут лежит. Такой погром. Ну, потому что ты его взяла на ручки, он молчит. Ну, кого-то. Так бы, если бы, скажи, меня на ручки никто не взял, трындец вам всем бы был. В общем, третий раз уже замешиваю краску, мне все не хватает, у меня волосы очень впитывают все. Как следует. Интересно, от одежды отстирается? У меня белая станет снова белым или уже нет? Или новую кофточку фикс-прайс надо покупать? Ой, чуть-чуть осталось. Слушай, ну ты специально надела розово-белый, да? Под цвет и волосы. Ну да. Белый и розовый. Все должно гармонировать. Селена Селяк. Селяка, Селяка. Синега стайл. Синега, блин. Селена стайл. На стиле. Мама, я на стиле. Мама, мама, я на стиле. Губы налепили, негатив удалили. Ну вот, в принципе, все. Я все нанесла. Ждем. Не знаю, сколько там, 10. Я потом скажу в конце, сколько бы мы подождали. Ну, наверное, минут 20 точно. Ну, может, 10. Ну, блин, жалко просто, если не возьмется. Такая красота. Вот. И вернемся, посмотрим. Okay. Блин, ну... Я хочу жить весело просто. А что ты хочешь? Жить весело. Я должна посмотреть, что на столе у меня творится. Розовая камера, розовые волосы. Розовая камера, розовые волосы. Вот я пошла еще в ванну, все это вспенила водичкой, равномерно распределила прям все. Короче, я буду ждать 20 минут и плевать мне на правила. В общем, прошло у нас 20 минут. Уже я пойду смывать, и я заказала себе в Армеле кондиционер, который я говорила, что собираюсь заказывать. Вот витаминки пью, у них вот еще Армель, и я хочу его сейчас попробовать первый раз. И расскажу вам свой отзыв об этом вот кондиционере. Побежали! Не, девчонки, ну это трэш просто какой-то. Я какой-то невезунчик или что? Только я включаю видео, где девочка показывает именно этот номер, только она в бальзам добавляет. Но я думаю, не суть, важно, блин, бальзам, шампунь, одна фигня. Добавляет чуть-чуть, одну капельку, у нее тоже такой цвет, она наносит на волосы, у нее получается легкий отлив розового. Где мой отлив? Вообще ни капли. Вообще, вы видите, у меня пепел остался. Одно радует, что вот этот бальзам Армели очень классный. Он сразу смягчил мои волосы. Поэтому ссылку я на него оставлю внизу. Если кто-то ищет хороший бальзам, то вот Армель кондиционер для всех типов волос. Без парабенов, содержит натуральные экстракты трав. Очень классный и очень замечательно пахнет. Вот, я себе его приобрела. За свои деньги. За палец упустил. Одним маленьким зубом. Блин, надо еще что-то придумать. Я на этом не останавливаюсь. Сейчас я что-нибудь придумаю. Вот, вот, Кристинка мне подсказала, и я тоже так же думала. Сейчас я возьму вот этот бальзамчик же свой, да, потому что он классно, в принципе, волосы смягчает, и будет полезненько. Потому что я его подержала, вообще даже не держала. Я нанесла, распределила и смыла. И уже эффект. Хотя тут нужно подержать 1-2 минуты. Вот я люблю, когда быстро, что не надо долго держать кондиционеры. Сейчас добавлю сюда, сделаю более насыщенный такой концентрат. И прям в ванне все это вот так наведу и подержу. Посмотрим, что будет. Короче, я приду сейчас вам с отзывом. Знаете, как говорят, психанула. В общем, я набрала сюда бальзама, и просто я сделала, я не знаю, сантиметров 5, наверное, полоску.
И вот такой получился насыщенный цвет. Сейчас я его все распределю просто под краном. То есть я не буду размазывать, как я сейчас это делаю с шампунем. Я прям вот так вот намылю. Вот вы скажете, может, специально или нет. Но я просто думаю, что я прирожденный бьюти-блогер. И все у меня получается. Через одно место. Вы понимаете? Главное не психовать. Вот, не психовать. Вот я когда мыла и вижу, что получается, я говорю себе, психовать плохо. В общем, взялось оно, как, кстати, кусками почему-то. Не все, я прям видела, я прям наношу на них бальзам, и они не берутся почему-то. Давайте посушим. В общем, я какая-то разноцветная, и корни у меня остались теми же. Ладно, давайте посушим. Итак, мои девочки-красавицы, вот что получилось. И на самом деле, по моей улыбке вы уже видите, что я довольна. Даже несмотря на то, что у меня не прокрасились корни. Немножко где-то есть пятнышками. Но в целом я вижу такой достаточно плавный переход от непокрашенного светлого к темным таким концам. Я вообще в восторге, потому что это вот цвет, который я хотела. Да, вот он мне и этот нравится, и этот нравится. В общем, не суть. Мне нравится даже то, что он неравномерный, и то, что вот оно вот так получилось. Я даже, знаете, видела в каких-то вот... На фотографиях, в каких-то фильмах. И мне именно нравится у девушки, когда, знаете, не чисто прям красиво покрашено, а вот что-то такое грязное немножко на голове. Грязный, розовый такой, знаете, отросшие корни. И такая какая-то девчонка, которая одета в кожанках каких-то, и все равно ей там, главное, она классно накрашена, и у нее симпатичная личика. Образ на весну. Образ на весну, да. В общем, короче, мне очень нравится. Естественно, она будет смываться, мы посмотрим, каким цветом. Говорят, что в оранжевый смывается. Ну, в общем, будем смотреть. Я вообще рада в целом. Посмотрите, я себя чувствую просто превосходно. Вот, посмотрите, это то, что я хотела. Вот она я, Мальвина. У Мальвины были голубые волосы. А я с розовыми. Кто у нас? А кто с розовыми волосами? Короче, я кайфую. Сейчас еще накручусь. Ну что, мои хорошие, вот что у нас получилось. Я накрутилась, накрасилась, одела бижутерию сюда, прям подбирала долго. Мне кажется, сюда идеальные красные сердечки от Марк Буш. Я вам их показывала. Вот эта бижутерия вместе, и тут сердечки. Такие маленькие гвоздики. Они как бы подо все, и такая, знаете, розовая, красная любовь, как раз на весну. Я на них оставлю ссылки. Сюда прекрасно подходит мой браслетик, тоже от Марк Буш. Отлично. Да? Розовый стиль, все в розовом. Единственное, что, кстати, я вам не сказала о своих руках. Мне нужно было одеть перчатки. Но я же психанула. Я не думала, что как раз это получится. Ну, в общем, я психанула, да. И вот руки буду отмываться. Я не знала, как долго они будут отмываться. Просто жесть вообще. Намазалась. Так это быстро. Это, представьте, я буквально там намазала все и смыла через 3 минуты. 2. И вот все осталось. Но он ядовитый. Вот этот ядовитый. Что еще? Накрутилась я, естественно, на свою плоечку Дюволь. Офигенская. Я ставила 200. Ну, как бы 180 прям совсем, наверное, мало. Ну, я вообще на 220 ставлю, тут решила. 200. Бережно поставила. Очень быстро накрутилась. Что еще? Ну, я довольна. Как вам? Ну что, мои хорошие, все ссылочки, которые я использовала, я оставлю внизу. Если вы такие же обезбашенные, то учитывайте мои всякие нюансы, ошибки, например, с волосами. И я желаю вам быть красивыми, экспериментировать, и чтобы ваши эксперименты потом в конечном результате приносили вам удовольствие, такое, как мне. Все, прощаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока!